Я, Цуканов Андрей Борисович, хочу высказать свое мнение по делу по 164 статье, которая сейчас находится на стадии следствия, которое ведет Комитет национальной безопасности в отношении Козлова, Амировой и в отношении примерно еще двух десятков человек, преимущественно нефтяников. Мое мнение о том, кто на самом деле разжигал социальную рознь в Актау, уже на Азене, разжигали социальную рознь органы власти, в первую очередь, разжигали социальную рознь нефтяные компании. В чем это заключалось? Это заключалось в том, что нефтяные компании воровали на протяжении где-то 2 лет, может быть больше, зарплаты рабочих. Примерно у каждого рабочего они воровали 200 тысяч тенге в месяц. После того, как рабочие стали требовать свои кровно заработанные деньги, их просто уволили. Они сидели там 7 месяцев на площади, никто на них вообще внимания не обращал никакого. Вот. Сейчас, после произошедших трагических событий, власти нужно найти, ну, скажем так, козлов отпущения. Вот. И с этой целью сейчас намечается вот этот процесс по социальной розни. Вот. Но я считаю, что на скамье подсудимых должны сидеть не Козлов, не Амирова, не Сапаргали, не те нефтяники, которых и так уже осудили. Должны сидеть акимы, должны сидеть вплоть до Карима Масимова, вся вертикаль власти. Должны сидеть полицейские, которые стреляли в народ. Не те 5 человек, которых осудили, а их было там гораздо больше, они должны все сидеть на скамье подсудимых. Вот, потому что социальную рознь именно разжигали они.